Друзья, вот видите, стоит сосна уже мертвая. И здесь очень хорошо видно, буквально классика жанра, как и где быстрее гниет дерево. Вот видно, что в прикорневой зоне, около земли, там сейчас муравейник, но тем не менее, ствол уже, видите, практически разрушен. И еще немного, там ветер, осадки. И эта гигантина, махина свалится. Видно прям вообще изумительно. Ну и, конечно, муравьи, куда же без них. Эти вездесущие трудяги. Вот они, видите, сделали себе домик. Приспособили этот ствол.